Всем привет, дамы и господа! Сегодня я хочу вам рассказать о очень таком бюджетном варианте колясочки прогулочной от компании Sweet Baby. Она называется Mamma Mia, вот такое вот у нее интересное название, которая сейчас на сегодняшний день, вот ссылка внизу в описании будет на нее, она стоит меньше 10 тысяч рублей. Почему ссылка? Потому что актуальная цена на момент просмотра вами этого обзора, там будет по ссылке актуальная цена. Они же меняются сейчас, сами все понимаете, что происходит, поэтому актуальные цены следите там. Но в любом случае очень недорого, и если мы будем смотреть на эту колясочку сквозь цену, то просто отличнейший вариант. Причем очень компактная колясочка, практически вручную кладь. Можно брать, в общем, все хорошо. Итальянский бренд, соответственно, повторюсь, именно бренд итальянский. Гарантию они дают 6 месяцев. Вес сиденьем 6,2 килограмма. Наклон у нас 105-170 градусов. Очень неплохой наклон. Вот, с 6 месяцев до 3 лет можно эксплуатировать колясочку. Ширина максимальная всей конструкции 47 сантиметров. И 15 килограмм выдерживает вес ребенка это колясочка. Давайте сверху вниз начнем изучать. Соответственно, начнем с ручки. Обита она эко-кожей. Эко-кожа недорогая, это сразу чувствуется. Но из практики могу смело сказать, что это износостойкая эко-кожа, долго живет. Смотрите, ручка по высоте не регулируется. 186 мой рост. И, соответственно, проецируйте, как будет вам. Мне практически любая высота ручки всегда подходит. Руки длинные, наверное, вот, поэтому мне окей. Но точные характеристики как раз таки по ссылке пройдите, там есть такая графа как характеристики, и там есть информация на сайте First Buggy, высота ручки от пола, можете зайти посмотреть. Ручка не регулируется ни по наклону, никак. Соответственно, что касается козырька, у нас есть смотровое окошечко в козырьке под москитной сеточкой, на липучке держится, при ветре скидывать ее не будет. Ткань, ребят, друзья, на самом деле очень такая адекватная, достаточно, ну, приятная ткань. Не могу ее назвать какой-то особенной, но достаточно прочная и толстая. Вот, регулируется козырек у нас простым способом. Вот это максимальный козырек, нету дополнительных секций. Все тихо работает, щелкать громко не будет, ребенка не разбудите. Так, что касается спиночки, сразу давайте посмотрим, что здесь из себя представляет спиночка. Вот, регулируется она у нас вот таким способом. И сразу замечу, здесь нету ремешков. Вот у нас 105 градусов. Видите, это практически капитанская посадка, как многие родители любят. И 170 градусов. Мы практически полностью лежим. Вполне себе отличнейший показатель, который бывает в очень хороших только колясочках на самом деле. Вот. Поэтому за спинку здесь зачет, очень все круто. Само сиденье здесь имеет в комплекте вот такой вот матрасик. Кстати, в комплекте идет так, москитная сеточка, фирменный дождевик и накидка на ножки. Еще если вы будете там в плохую погоду использовать, без проблем, можно, соответственно, использовать. Подножечка у нас регулируется, также есть ступенечка, чтобы ребенок залазил, пятиточные ремни, бампер, но бампер, смотрите, он не откидывается никуда, он только снимается. Как калиточка, откинуть его никуда не получится. Но смотрим через цену, ерунда, все хорошо. Так, что касается рамы, друзья, нормальная человеческая сборка за эти деньги, вообще здесь ноль претензий. Металлические трубки, все стыки хорошие, сборка нормальная, ничего не скрипит, не болтается, все окей. Багажник здесь адекватных размеров, доступ у него удобнее спереди, можно и сзади подобраться, конечно. Но опять же, держим в голове, что это ультракомпакт, поэтому здесь багажник, ну, условно, вот он для мелочевки подойдет. Колеса здесь полиуретановые, все нормально. Тормоз, вот, две педальки у нас по краям. Но чтобы снять с тормоза, не обязательно педальку отгибать снизу. Можно просто на вот эту трубку нажать, вот так вот, и, собственно, все, и она снимется. Поэтому все хорошо.
колеса передние, естественно, с поворотом, как и должно быть. По-моему, здесь блокировочка должна быть. Сейчас посмотрю. Нет, блокировочки нет, это съем, да. Они не блокируются. Если я не прав, может, я что-то не понял, напишите в комментариях, я с удовольствием посмотрю. Но кнопочки какой-то отдельной я тут не вижу, к сожалению. И теперь самое важное, как колясочка складывается. Тут по бокам кнопочка есть. Опускаем туда, собственно, всю конструкцию, ручку. И она у нас все пошла складываться. Вот такая вот компактнейшая конструкция, как по мне, для путешествий самое оно. И как я уже говорил, вес у коляски в районе 6 килограмм, вполне себе очень хороший показатель, она не тяжелая и в путешествиях обременять не будет. И в принципе, все, что хотел рассказать, друзья, я рассказал, здесь много не расскажешь, но это очень недорогая колясочка. Просто если посмотрите наш ассортимент в прогулочных колясках именно для путешествия, там ценник начинается практически от в два раза больше, чем это, и выше, и дальше уже как бы задорого. Поэтому это такой очень недорогой вариант на один годик, если вам нужна. Вообще вот просто идеальный вариант, не переплачивая, потом там подарите кому-нибудь или там за копейки продадите, но уже не жалко становится. Поэтому по характеристикам все окей. Единственное, есть ли тут амортизация? Слушайте, даже что-то амортизирует. Тогда еще лучше. В общем, собственно, друзья, напоминаю, ссылочка внизу в описании есть. Если понравилось, можете заказывать. Можете, кстати, заказать две какие-нибудь ультракомпактные колясочки на выбор. Курьер к вам привезет, вы дома посмотрите спокойно. Вот. Ну, единственное, не час это можно делать. Вот. И, соответственно, заберете одну из них. Но вот эту не проходите мимо, если ультрабюджетная, ищите ультракомпактную коляску. Идеальный вариант. Вот, собственно, я лишь хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор. Ссылка внизу в описании, напоминаю. Ну, а вам хочу пожелать удачи. Всего доброго.